И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Evolved от Evolve. Все так же с модом Extinction Core, все так же на Crystallize карте. Не туда зашел. Короче, что мы будем делать сегодня? По названию может уже и понятно. Сейчас буду отрегулировал. Что у меня язык заплетается. Ой, тут вообще, короче, у меня жара стояла. Неделю. Короче, в тени 35 плюс-минус. И вообще сил ни на что не было. И уж тем более снимать видосы. Вот, так что благо был запас серий, так что пережили это время. Сейчас обещают плюс 25 в тени. И будет все хорошо. За это время я вроде бы ничего не делал, но это не точно. Из того, что я сделал, но это я сделал сейчас, это поставил гриндер, потому что вот здесь вот гриндер, он, кстати, он в чем-то лучше. Давайте покажу, про что я имею в виду. Допустим, во, давай вот так вот сделаем, так вот отсюда. Вот, разделяем по два. Почему по два? Ну, чтобы была статистика. Кидаем С2. Ресайкл, во-первых, пишет сразу же, что мы получим. Ресайкл. И ресайкл. 12, 8, 2, 20. И давай посмотрим, что мы получим здесь. Гриндол и гриндол. 6, 4, 2. Ну, собственно, вы сами прекрасно видите, насколько это читерный стимпанк, вообще он читерный мод. То есть вот 6.20, 2.2, это в 2, это в 2 раза. То есть, без шуток, он очень читерный мод. Ну, почему установил вот это? То есть для переработки вот это вот без вариантов. Вот это. Это что-то типа ступки. Но здесь мы видим, да, то есть цементная паста и так далее, но он делает все по одной штуке. И без шуток, вот алхимический стол, он более читерный, чем от... слишком ярко. От стимпанка. Но гриндер плюсовский, он делает много всего дополнительной штуки. Типа вот волокна он делает. Конечно, мне уже теперь это не нужно. Вот, но он много чего делает интересного. Что делает такой гриндер? Ресурсы были, почему бы и не установить. Вот, здесь у меня стоят металлические. Да, вырабатывают еще. В общем, на добычу металла там у меня стоит. И все как бы хорошо. Гриндер вообще штука хорошая. Штука просто замечательная. Дункляостеус. Его я точно томить не буду. Давай посмотрим, что он мне ресеркнет. Кстати, до того, как ресеркнет, можно посмотреть, что он мне даст. Ну, типа Prime Blood, Metal Sweet. 26 сапфиров, волокно. Это, кстати, если что, как я понимаю, это 100% от того, ну, то есть, какие ресурсы он требует. И он возвращает 100%. Чего, ё-мать? Вернул так вернул, называется. Так. Prime Blood. Вот это нежданчик. Так. Благо, у меня уже есть сортировка. И я могу сделать вот так. Пиу! И все ушло по местам своим. Просто было очень интересно проверить, что это дает. Дает эту прикольную штуку. И все как бы хорошо. Потом это переработаю. Ну, в общем, вы сами понимаете, ресурсов у меня будет немало. И это хорошо. Кстати, а поломашки ты перерабатываешь? О, да ты поломал. Сколько, блин? Уже, жемчуг. То есть ты мне еще поломашки перерабатываешь. Ну, спасибо, удружили. Спасибо, реально. Без шуток, без сарказма. Да что за статоры, долбаные фрезы. Бесят. Хотя, наверное, это моя база. Слишком много фундаментов на пустом месте. Наверное. Но это не точно. Ну, это реально, это статоры, но, как я понимаю, это именно проблема самой...
самой игры. И от этого ты никуда не денешься. Но пофигу, я дом расширять больше не собираюсь. Так что потерпим, как говорится. Так, что я хотел сделать сегодня? Я хотел... Так, во-первых, мы закидываем вот это вот. Во-вторых, мы закидываем вот это вот. Не то. Вот, я хотел пойти повоевать. Без шуток. Я хотел пойти повоевать, и я уже пошел за ресурсом, побегал, и... За хитином. И увидел там клевую штуку. Называется скелетон стега. Так, единственное, что... Так, хитинчик. А то ты сам себе хитинчик добыл, красава. Я тут под водой это нашел стаю трилобитов и... В общем, коробик. Да еб... Да что? Все, я в кнопках попутался. Отлично. В общем, кропик, он сам добыл себе ресурсы. В общем, пока я там тусил, я увидел скелетон стега. И подумал, вот с этого, я думаю, стоит начать серию. Опа, ча. А где стег... а где скелетон стега? Здесь вообще-то он тусил. А тебя здесь не было. Слышь? Гигу вижу. Скелетон стега где-то в том районе. Заспавнился, скотина, ты прикинь? Так, давай посмотрим на Гигу. Давай! Ну нафиг. Полетел, так полетел. Так. Змейки пошли вон. Ну, во-первых, зачем мне Гига? Во-вторых, я хотел проверить свои силы. Гиганотозаврусу. О! 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 Аметист! Черный жемчуг! Я вообще думал, с него просто сердце дропнется. Ну нифига себе! Клево! А клево! А я не против. Спасибо. Вот это неожиданно. Так, вон стега, вон вижу стега. Почему стега? Потому что он более дрящевый. Вот, то есть, по хп имею в виду. Очень много хитина. Хитин это наше все. Потому что мы будем делать цементную пасту. А без цементной пасты мы ничего сделать не можем вообще. О, да. Теперь-то я знаю, что вы просто так спамитесь на пустом месте, козлы. О, сколько тут дудошек. Ты смотри, сколько их. Просто я думал, лучше их замочить заранее. Ну да, во-первых, кератинчик. Ну, видали, они просто так палятся, твари. И сразу бегут ко мне. Козлы пустынные. Вот. Ну ладно, погнали. Давай пробовать мочить. И смотрим за... О да, сразу же появляется. Смотрим за стаминкой. Стаминка... Ой, какая стаминка. Торпорчик. Торпорчик. А вот это нифига себе у тебя восстановление здоровья. Так, вот это я и хотел проверить. Что конкретно я проверил? Во-первых, то, что мне очень сильно накидывается оглушение. Это во-первых. Во-вторых, я очень мало урона вношу. И тут как бы вообще ничего с этим не поделаешь. Крайне мало урона вношу. И по ходу дела, да. Добрый вечер. Трайбен. Кстати, да, мне тут уже с Трайбенов выпали вот эти вот кулачки, которые требуются на шапочку. Состряпать. Надо будет вообще все шапочки сделать и реально проверить, как они работают. Я не помню, можно их томить, нельзя их томить, блютрайбманов, всяких вот этих вот и так далее, но... добрый вечер. Ах, ты ж собака, стоит на берегу. Я тебя не заметил, скотина. Иди в жопу. О, ты чё, в смысле живой, что ли? Вот, в общем, не знаю, можно их томить, нельзя их томить... Точнее, не знаю, не помню, вот честно, не помню. Вот, так что... Так, все залутал? Все залутал. Отлично. В общем, что... Я думаю, мне без вариантов нужно будет томить
А чё так много? Да добрый вечер, добрый вечер. А что у вас так много? Что там, скотина какая-то стреляет по мне из воды? Слышь, я сейчас занырну. Отравил меня. Ну ты козел. Да какая сволочь стреляет? Ты задолбал. Короче. Чё? Чё я говорил? А! Это, в общем, будем томить альфа-чей. Альфа-чей сильных. Как вариант рексов. Я смотрел, типа, какие мобы вызываются на арену с боссами. А тут я сижу, думаю, какая в жопу арена с боссами? Боссы — это фигня по сравнению с тем, что вот или вот. Без шуток. Это прям фигня. Так, ты так просто аксагришься? О, ты так просто аксагришься. Окей. Да, текаем. Под кровавую луну. Ну или солнце, я не знаю. Ну, в общем, текаем отсюда. Ну, вон нафиг. Валим, 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 валим. Короче, что я хочу сказать? Будем обязательно томить всяких рексов и пробовать их разводить. Это, по ходу дела, у меня вариантов на это нету. Я, по крайней мере, другого варианта не вижу, кроме как разведения каких-нибудь мощных диносов. Мощные диносы у меня реально приходят на голову только тираннозавры. Но! Видите, в чем проблема? Вот такая вот и фигня. А кто у нас еще? Спинок, кстати, спинки. Твою мать. Просто вообще ни о чем. А кого еще можно придавить? Притомить ей. То есть не просто притомить, а потом их выводить. Разводить их. То есть. Блин, пока что реально только. Иу. Апекс, апекс, апекс. Ну слушай, вот то, что я притомил, это вообще мне ничего не дает. Где ты там, Рекс? А, ты ж тираннозавр. Прям бешу такая, я не знаю, что делать. Не, конечно, можно притомить их со словами, но хоть что-то, тем более, что МЖ, но, блин. Вы же тоже прекрасно понимаете, что это чутка жопа. В том плане, что толк от этого-то будет немного. Ну, в смысле, выводок у них будет слабенький. Вот про что я имею в виду. Так, где я бегу? О, добрый вечер. Тушканчики! Здорово! Ой, ёпта, уж за ногу. Какая сволочь стреляла? Здорово! Тусатутис! Ты какого фига на берег выпалился? Дебил. Ну вот, обосрал всю камеру. А я могу сделать так? Не, яркость мне вообще никак не помогает. Так. Я не знаю, какого фига он на берег вылез. Но и у лапки это хорошо. Так, что у нас там? Ну, полезные ресурсы. Это всякая фигня. С тебя ничего не дропалось, да? А то, что дропалось, я подобрал. Ну окей. Лексидис. Блин, я не знаю. Ну я прям реально не знаю, что сделать. А кого еще здесь можно притомить такого мощного, жесткого и сильного?
по сути, кроме Рексов, никого. Прям без шуток. Я реально не понимаю, кого еще можно притомить из эльфачей. Не, ну, с учетом того, что он еще есть у меня на карте, окей. Гиги тоже можно притомить, но их у меня нет на карте. Это другая проблемка, скажем так. Вот, поэтому... Так, здесь никого нет, никого нет. Все-таки решил залутать луч. Лишним не будет. Ну, немножечко ресурсов. Ой-ой-ой, застрял. Так... Если мы идем лутать, томить рексов, значит, нам нужны жесткие седла. Логично? Логично. Рецепт на жесткие седла, по идее, находится, вот как я залутал, в красных лучах, да? То есть вот я залутал два седла, прям кайфовых, жаль, не на того, кого нужно. И в почти жаль, что это не рецепты. Почему почти? Рецепты было бы кайфово, но... А зачем они у меня? Эти предметы хотя бы переработать можно. То есть вот примерно с такими мыслями. Ой-ё, просто компики. Так, ну что, тогда берем птерчика, альфа-птерчика. И вперед по лучам. Полетаем по карте, посмотрим лучики, что как-то где. Как-то слишком ярко. И уже будем думать, что делать дальше. Прикольно. Седло на богомола. Единственное, что седло на обычного богомола, а не на альфача. Но тоже прикольно. Ну, естественно, здесь всякие будут говноеды, типа вот это вот. Де-де-де. Эй, ёлк, ты уж за ногу. Не, ну это теперь уже непростой. Это у меня альфач. Он так легко не сдастся. Хопа! И пошли в жопу. Ты чё там, летаешь что ли? Тот дурной. Экс. А че-то мне нужно лучше лутать, пока он не исчез. Задолбаете. Какая сволочь стреляла? Я тебя не вижу. Вот ты где-то там, походу, дела, да? Ё-моё! Слышь? Вот говноеды, а? Ну а теперь надо найти и залутать трупы. А в них много чего интересного. Наверное. Решил сгонять в зимку. Почему зимка? Ну, потому что, по идее, это такая жесткая локация, и там должны, по идее, быть какие-то веселые дропы. Я на это надеюсь. Очень сильно надеюсь, без шуток. Поэтому решил туда сгонять. Лечу пешком, потому что... Ну, то есть, а не телепортируюсь на обелиск, потому что я так могу что-нибудь увидеть. Как, к примеру, вот это чудо. Primal Tech Кицелькуатль. 2,9 миллиона хп. Да уж. Неплохо. Ну, хотя бы не агрессивный, на том уже хорошо. Хотя, честно, я рисковал так, что я сейчас просто там бы остался. Мантикорка, добрый вечер. У тебя тоже хп таки немало. Вот для этого я летаю пешком. Да, телепорт это круто, но полетать, посмотреть что-то как-то где, это всегда веселее. Особенно, когда ты летаешь очень-очень быстро, и тебе пофигу на то, сколько это тратится времени. Потому что тратится очень крайне мало. Добрый вечер, что там за нафиг? Додо Рекси. Ага. О, да ты какой серьезный. Ну тебя нафиг.
типа напридумывают, а не посмотри-ка на них. Ну и дропов я здесь, честно, не вижу. Так, это Зимка, Зимка. Какая-то Зимка с аномалиями, это вон там. Ну вот туда и сгоняем. Вот они, эти самые какие-то аномалии. Я честно, до сих пор без понятия, как они работают. Я только знаю, что это куски воды. Вон, как видите, там электрофобусы эти, или как там, электрофорусы. Спавнится и, ну, как бы такое. Так, где там дропик? А что-то интересное. Ой, добрый вечер, молния бабахает. Ну и здесь всегда темно. О, так хотя бы получше. Гамму включаем и все. Че здесь ночь, наверное, по темноте вообще очково. Да ты серьезно, я тебя ждал, а ты, гнида, в скалу упал, да? Ну ты гнида. Аберрантный спинозавр. Аберрантный спинозавр. Это, конечно, блин, кристалл, конечно, выглядит очень кайфово. Но честно, атмосфера здесь такая, что ты прям вот этого всего очкуешь. Вот сейчас молния бабахнула так резко, и я такой, уп, и очко сжалось. Хотя казалось бы, но нет. Аберрантная автоплевра. Ну, тут, кстати, не кисло, можно хитина подлутаться. Пожалуй, получше, чем в пустыне, потому что в пустыне я уже, по ходу дела, подлутался, так что там спавн подуменьшился. Интересно, а кристалличек я тебе могу залутать? Руштаймон и кристалл. Ну понятно, это обычные кристаллы. Удар током. Парализованы. А вот это уже прикольно. Интересно, а если фон... А, вот... Вот и ответ на вопрос. Я хотел задать вопрос и получил на него сразу ответ. Я не упал с седла, это самое главное. Да, немножко застопорился, но на это пофигу вообще как-то. Как бы то ни было. Так. Чё это такое там фиолетовое? Primal Tech Giga. Ну вот это, по идее, что-то из... Один из финальных боссов. Но, блин, я не знаю, как ему вообще урон вносить. По идее, нужно будет томить все-таки додорексов и так далее, да? Надо получше вики почитать. Но там тоже общая информация, как бы, и все. С обычными боссами на локации удобнее. Вот тебе список артефактов, ты собираешь список артефактов, и ты уже знаешь, что тебе требуется. Здесь, блин... Да и в других модах было как-то полегче, в том плане, что, помню, какой-то мод был, типа, создаешь матрицы, из этой матрицы появляются вот эти вот мобы и так далее, и так далее, и так далее. То есть ты видишь иерархию, и ты как бы понимаешь, что нужно делать, и погнали мочиться, там вот это вот все. Вот. Ты знаешь вот эту вот иерархию и уже знаешь, куда что бежать, что где делать. И вот в этом-то и весь прикол. Здесь этого нету. И в этом основная тупость. Ну, в том плане, что я туплю. Именно вот в этом плане. Так, разомляйся. Отлично, красава. Здесь такой гул стоит? Это от тебя, что ли, гул стоит? К
Я сквозь тебя пролетел, понимаешь что? Так, ты... Короче, это какая-то шляпа. Шары сломались, они не работают. Так, погнали туда, где электрофорусы плавали. А? Вот приземлился, так приземлился. Так, электрофорусы у нас плавают. Да ёб твою ж за ногу. Что ж ты приземляешься? Это за полкилометра отлетает. Так, вот они рыбки, вот они электрофорусы. Вот они, короче, сейчас помирают. Я не хочу в воду залазить, пока они там тусуют. Начнут это вот током бить, вот это вот тормозить меня. Да-да-да, иди ты в баню. Так, вот меня током и ударило. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, это я чисто под водой нахожусь. Вот это вот он работает, как вода. Но глючит он... Как будто он недоработанный. Оп, и я вывалился. Оп, и я снова вывалился. Ой, жопа, короче, срадная. Ну и в баню. Прям без шуток. Ну и в баню. Фигня какая-то. Твою мать. Вот единственное, что... Попробуй-ка потом мимо пролети, называется. Ну, кстати. А вот сквозь это могу лететь. Сквозь это могу лететь. Это не водяной пузырь. Дебилизм, дебилизм. А данные я так и не могу выгрузить. Все так же 8 данных есть, а выгрузить ничего не могу. Решил просто проверить, мало ли вдруг в другом обелиске это могу достать. Причем там какая-то фигня была. Я прям уже реально не помню, что за фигня, но... Ну, я точно помню, что бутыль, которая у меня уже есть. И еще что-то. А вот чё? Не помню. Слушай, надо, наверное, по карте дропов смотреть. Где они спавнятся. Красные вот дропики. И вот по этим точкам летать. Наверное, мне это больше поможет, нежели вот так рандомно куда-то лететь. Погодка, конечно, не полетная. А чё поделаешь? Рекс, кстати, там. Я просто смотрел, заспавнились еще рексы, нет. Жаль, не судьба, не заспавнились. Обычный красный дроп. Ну, то есть, как бы, ничего такого в нем. Блин. Сейчас будут реально вспомнить, в каком я дропе. Хотя, конечно, кайфовый дроп. Тут не поспоришь. Но мне ж нужны седла модовские. В этом-то и весь прикол. Альфа Старказуха. Ну погнали раз на раз. А ну иди сюда. Кто кого? Я текстурный или ты бестекстурный? А там у нас Каркинос. Простой? Простой. Неинтересно. Так, блин. Тупость, конечно, еще та. Это типа прописаны так лучи, которые должны светиться обязательно в этом лесу. Учитывая, что на карте сейчас вот такая срань и... Вот это называется криворукость. Наделать кучу... погодных эффектов и не сделать так, чтобы они друг дружкой ладили.
Ну, без шуток, это криворукость. Слушай, здесь же должны быть артефакты. Да? Надо будет сгонять по пещерам, наверное. Может, в них будут какие-нибудь дропы. Надо тоже вот эту вот фигню посмотреть. Что-то я уперся в моды, а ведь какие-нибудь должны же быть пещеры обычные. Там, по идее, могут быть дропы. Дропы какие-нибудь красненькие. В красненьких, возможно, что-то будет. И не вот это вот ага... Красный дроп! Красный дроп, понимаешь? Красный дроп! Вот это красный дроп! Понимаешь? Куча говнорецептов. Причем реально говнорецептов. И детонатор. Вот. Красный дроп. Красный дроп. Ужас. Слушай, фиолетовый дроп. Ну ты посмотри, это уже второй дроп, и он дефолтный. Вот это дефолтный фиолетовый дроп, тот был дефолтный красный дроп. И я гоняю все хвои. Слушай, давай вот к этому желтому подлетим. Я не удивлюсь, и не удивлюсь, и, да. Если там будет говно всякое, он задиспавнился, что ли, да? Отшиш санина. Но по ходу дела все хвои... этот мод не хочет нормальный дроп усывать. Хотя, конечно, зеленый сейчас мне все малину обосрал, но... Что-то с жесткими дропами как-то обосрашкин. Ладно, погнали дальше. Вон там, тем более, красненький есть. Давай его проверим. Ну ты посмотри. Это обычный красный дроп. Ой, добрый вечер. Слышь? Сюда подошел. Я твой полет шатал, иди сюда. Седло одень нормально. Ладно. Два на одного, ах вы уроды. На. Да, конечно, это бессмыслица, но все равно. Так. Primal Tech Stega. Но Stega, оставшееся время, они еще и спавнятся на время всего лишь навсего. Ёперный театр. Так, ну а дроп? Дроп это как обычный на выжинке. На выжинке были такие дропы. Самоводяшка, вот это вот и все. Но это не пустыня. Да, здесь, конечно, с дропами все напутано. Так, к примеру, это, где на Рагнароке, если не ошибаюсь, на карте Рагнарок, там, когда залетаешь в пустыню, там меняются дропы, то есть и ты там лутаешь дропы как с выжинки, если не ошибаюсь, это там. И вот такое ощущение, что здесь тоже так же все настроено, но только локации попутаны, то есть просто рандом накиданный. Потому что, допустим, фиолетовый луч, видите, да, ну, как бы нормальный луч. Луч адекватный, ну, то есть модовский. А не 5 рецептов говна. Да уж, с рецептами это вообще еще та ересь. Вот. Нормальное. Так, ну, в секвойку я понял, что можно туда даже не пытаться гонять. Это бесполезно. Это прям очень бесполезно. Зато нормальные шмотки налутал. Ну, по крайней мере, рецепты на них. Там у меня броник хороший рецепт. Да. На него нужно куча ресурсов. И да, у каждого альфача седло это верстак. Но вот. Ну, кстати, не так уж и много ресурсов требует. Так, ну все квойку это бесполезно горцевать. Это понятное дело. Ну, давай попробуем по пустыне погонять. Я бы еще бы вспомнил, где я лутал дроп с этими седлами. Был бы вообще кайф. Но извините, я тормоз. Кто ж знал, что это настолько ценная, яркая информация? Я даже не помню, на видосе это лутал или просто так.
залутал, потом в видосе показал, что вот я вот в дропе залутал. Причем, как вариант, даже на 100% не сказал, в каком цвете. Ну, в красном, наверное. Тут вариантов-то немного. Но не в белом, что будет. Стерло. Модовские. Ну, сгоняю в болото. Ну, кстати, вот летаю. Я понимаю главную мысль. Вот, без шуток, это такая вот сейчас главная мысль, которая мне пришла в голову. Не нужно ставить глобальные моды на вот такие вот новые карты. Остров, центр, Рагнарог. Это старые карты. Очень старые карты. И вот на них моды ложатся прям как родные. Кетталькуатр 55. На них моды ложатся как родные. Сколько серверов игралось на них, и вообще с ними проблем не было. Здесь вот, допустим, тем более такой старый мод, он просто не ложится на него. Этот мод был создан очень давно, скажем так, по-простому совсем. И неудивительно, что он не хочет ложиться на него. По-нормальному. Не, возможно, так и было задумано, чтобы дропы были в говне и ничего не луталось. Но ведь лутается же что-то иногда. И вот это-то и мне и остается вопрос. Как это все работает? А, это типа лепестки с этого дерева. Окей, допустим. Ну ладно, все еще нормальный дроп. Не, надо реально смотреть, как проходится босс карты. И... Блин, мне показалось, что он другого цвета. Это просто белое. И смотреть по пещерам, есть тут артефакты или нет. То есть дропики там будут какие-нибудь красненькие или нет. Вот такие дропы, которые в чистом поле тусуются, они говно. Вот прям по-другому их и не назвать. Они реально говно, потому что вот где-то вот здесь должен спавниться зеленый дроп. И вот он прям конченый. То есть я там несколько раз он спавнился, и в нем типа были светящиеся палочки и так далее. То есть, ну, сами понимаете, насколько качество этого всего ценно. Такие вот, короче, непонятные дела. А что самое тупое, это то, что непонятная серия-то и получилась. А другую и не сделать. Прям реально, вот эти вот одни у меня не было времени. Не было сил снимать. И по сути я снимаю серию, которую выложу уже завтра. Так что, если есть какие-то идеи, мысли по вот этому моду, блин, пишите, они прям реально сейчас актуальны. То есть нет никакой, так сказать. Нет никакого запаса по сериям, в том плане, что снимаю и выкладываю, плюс-минус. А значит, ваши советы будут вполне актуальны. Я прям не знаю, я... Блин. А кем убивать даже просто скелетонов? Вот начнем с этого. Хорошо, альфа-рексы. У меня их нет на карте. И альфа-рексов что тогда разводить? И сколько их нужно делать? Штук 15? Хорошо. А как замочить тогда, допустим, тег кицеркуатль, который летает? Ой. Чувствую, зря я этот мод взял. Ох,
прям, ох, зря я этот мод взял. Ну, если в что, если я зайду в тупик, я просто пройду карту, и мы пойдем другой мод, другую карту смотреть. Делов-то. Вот такие вот у меня сейчас мысли и посетили. Потому что я прям не знаю. Спавнить себе динусов. Ну а тогда какой прикол играть, если я могу себе динусов заспавнить. Ладно. Об этом всем я потом подумаю как-нибудь. Ну а на этом я уже с вами буду, пожалуй, прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать. Ну и, конечно же, делиться моим видео с своими друзьями. Это все. Всем удачи, всем пока. Всем счастливого добра. Всем пока.